Всем привет, с вами Неугомонная Монро. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими покупками, которые я совершила в Кракове. Да-да-да, я была в Кракове на концерте Мэрайа Кэри. Сама, бомба. Нет, так нельзя говорить. Заезжала в огромный гипермаркет IKEA. Сейчас я обращаюсь к правительству, также к Министерству торговли. Пожалуйста, пустите бренд IKEA на территорию Украины. Потому что сейчас мы пополняем бюджет Польши. А также посетила Tesco. Голодающие из Поволжья, приехали в супермаркет Tesco. В общем, нельзя меня пускать в супермаркеты, потому что скупила, по-моему, пол Польши. Но сегодня с вами делюсь исключительно топ-позициями, которые я купила по скидке. Вы знаете, что радует? В Кракове, в любом европейском городе, если скидки, то очень серьезные. То есть не скидывают там 1-2 доллара или 1-2 гривны при цене 100 гривен, вам продают за 98. Нет, если скидки, то серьезные, 50-70%. Это действительно скидки. Ну что, начнем? Спасибо большое, Сердечкина студия, за то, что в очередной раз приютила меня и разрешает мне здесь снимать. Выгнала владелицу студии в коридор, а сама кайфую на диване. Обратите внимание, в студии новая локация. Это диван с бордовой спинкой. Милости прошу в Сердечкина студию. Она находится на Подоле, центр города. Итак, с чего начнем? Пожалуй, с косметики. Я зашла в аптеку Росман и просто обомлела. Скидка на тональные крема, пудры и стики 70%. Грех было не набрать. Вот я купила себе такой тональный крем для комбинированной кожи. Матовый. Вот сейчас он на мне. Видите, такой жиденький он. Такой вот жиденький. Такой очень легкий, как раз сейчас на весну, на лето. Вместо зеркала у меня будет телефон. А у меня тут есть зеркало. Где-то должно было быть. Ну, в общем, включим селфи. Можно чуть-чуть добавить. Кстати, нос у меня стерся, у меня только что была примерка, поэтому его сейчас быстренько зашлифую. Я практически не загораю, поэтому кожа у меня светлая. И вам, кстати, не рекомендую. Одно время злоупотребляла солярием и поняла, что кожа становится очень сухая. Мне не хотелось выглядеть как продавщица на открытом рынке. Он не замазывает серьезные неровности, какие-то там прыщи. Приятный и матовый, что самое главное. То есть без пудры идеально. Я взяла два тона. Один Vanilla Rose 16, второй 42 Dark Beige. Кстати, косметика Maybelline достаточно бюджетная, но весьма приятная. И Made in France, надо же. Он мне обошелся в 10 злотых. Умножьте на 7, дешево и сердито. А удовольствие. Следующее, что я приобрела, это пудры. Я обожаю пудриться. У меня большое количество всевозможных рассыпчатых, прессованных, компактных пудр разных оттенков, разных торговых марок. Но скидка была на Maybelline. Матирующая пудра. Affin Matte Pudre. Черт, надо научиться читать. Я взяла 3 оттенка. Пудры никогда мало не бывает. Натурально бежевый, пур беж, нюд беж. А, я правильно показываю? Да, правильно. Схватила 3 пудры, потому что они у меня постоянно бьются, падают. Довольно как слон. Стоимость одной пудры, вы сейчас просто меня возненавидите. 9 злотых. 9 умножаете на 7, вспоминаете таблицу умножения и понимаете вообще, что за скидки в Польше. Срок годности еще позволяет ими пользоваться как минимум год. Но у меня они быстро расходуются. Так, сейчас попробуем одну. Открою. Нюд беж. Пудра без зеркала. Ничего страшного. Кстати, в Кракове я купила себе кисточку, о которой мечтала, розового цвета, с помощью которой буду наносить хайлайтеры, шиммеры, различные блесточки, светоотражающие пудры на мои новые дерзкие скулы, вот сюда вот, на подбородок, на лоб, так по чуть-чуть, знаете, обычно пальцем малевала, а теперь у меня есть кисточка. В общем, пробуем пудру, потому что я еще ее не пробовала. Так вот она открывается. Ну, в общем, классика жанра. Берем чуть-чуть пудры, наносим на зону под глаза, носогубки, два рога, чуть-чуть под губу, ну и носик. Отлично.
Мне больше всего нравится цвет этой кисточки. Кстати, кисточка стоит 13 злотых. Умножаем на 7 и получаем 121 гривну. А что за фирма? Фирма безымянная. Вот приятная, прям поверьте. Вот так вот раз, раз, раз и на матрас. Пудру я вам показала, кисточку показала, едем дальше. Также по скидке продавали стики Maybelline Anti-Shine Stick, вот такой вот. Один я уже попробовала сегодня, цвет Classic Ivory. Получается, внутри еще есть вот такая вот белая точечка светлая. То есть вы миксуете сразу два цвета, потемнее и светлее. Я нанесла его сегодня под глаза, очень приятная текстура. Ну, конечно, послабее, чем криолановские стики. Мне кажется, криоланом можно шпаклевать стены. Я купила три оттенка, схватила. Здрасте, здрасте, здрасте. О цене умолчу, потому что еще больше расстроитесь. Следующий бестселлер, который я всегда покупаю за границей, это туши от Rimmel. Роскошные объемные туши Скандал Айс. Скандальные глаза. Оранжевая водостойкая, а черная Ретро Глэм. Это одна из лучших тушей, которую я когда-либо пробовала. Роскошная, густая, большая щеточка. Я обожаю большие объемы. Ну, чтобы ресницы, знаете, как у коровы были. Еще если нанесешь три слоя, и хлопай ресницами, и взлетай. Иногда так хочется хлопнуть ресницей и улететь в Лиссабон, на моря. В общем, тушь роскошная, показываю. Все-таки для сцены лучше выбирать водоотталкивающую тушь. Мало ли там сплакнешь или же потечешь. Все-таки если артистка не потеет, значит она уже мертвая. Открываю Скандал Айс, смотрите, и кисточка, внимание. Этот запах. Я какая-то токсикоманка. Обожаю запах лака для волос, туши, лаков для ногтей. Кстати, о лаках для ногтей. Я знаю, что в Украине, в частности в Киеве, представлена польская косметика Inglot. Я открыла ее для себя 3 года назад в польском Duty Free. Великолепная косметика, средняя ценовая категория. И вот в Украине в Ocean Plaza есть раскладка. Там я пробовала цветные губные помады, таких вот ярких цветов, фиолетовую, бирюзовую. Вообще, друзья мои, пришла на встречу на канал Украины. В итоге зашла в Ocean Plaza. И оказывается, в торговой марке Inglot есть уже цветные помады. Я уже себе напланировала, что буду в Кракове, зайду в Inglot и приобрету себе бирюзовую помаду. Приехала. Центральный магазин. А помады нету. Надо же. Возвращаемся в Украину. Я купила себе лак для ногтей. Такого модного серого отлива. Он у меня сейчас на ногтях. 2 слоя. Держится достаточно долго. А для меня долго это 4 дня. Потому что я активно убираю, мою посуду. Периодически забываю надевать перчатки. Ноготочки, ноготочки. Ноготочки, ноготочки, ноготочки. Ой, что-то упало. Там же в Инглоте, пока я искала помаду, набрела на блеск. Мне сначала понравился цвет. Никогда не видела блесков хамелеон. А потом оказалось, что скидка на него 50%. Но грешно было не взять за 18 злотых блеск, который стоил 36. Обратите внимание, галогеновая надпись. Вот видите, какой хамелеон с галогеном. Что-то совершенно космическое. Вот приятно взять в руки вещь, которая отвечает твоим эстетическим требованиям. Я такая визуалка, люблю все красивое. Кто не любит? Так, открываем, да? Сейчас покажу вам, по крайней мере, его на руке, как он смотрится. Хотя нет, давайте сотру губы и сейчас накрашу. Губки, губки. О! О, господи, это что такое? А, это я крем стирала. Я уже думала, уже кусок тонального крема содрала. О! У меня герпес. Ой, лучшее средство против герпеса, как только чувствуете, что начинает набухать что-то на губе, первые признаки появления этой болячки, а это вирус в организме, начинайте сразу прижигать кровололом. Вот купите себе кроволол, пусть он стоит в холодильнике, никогда не помешает, мало ли, может стресс какой-то, 20 капель шандарахнули и спите. Сразу кроволол на ватную палочку или же на спонжик и прикладывайте каждый час, успокаивает, прижигает и не дает развиться вот этой блямбе. Ой, а запах. Да, же как коктейль секс на пляже. Я люблю, когда блеска на губах много. Знаете, вот прям так много. Блеска, много блеска. Я думаю, он классно смотрится в вечернем свете. Еще чуть-чуть. Сейчас сделаю себе селфи. Здрасте, Манритас Влог. Так, поехали дальше, потому что времени в обрез, вот я болтуха. Так, следующее, что я вам хотела показать.
Боже, у меня сейчас глаза вывалятся. Чих – это маленький оргазм. А также я купила два крема для тела со светоотражающими частицами. Один рубин, а второй сильвер. Так, рубинчик вот такой вот, рубин света. Растираем, и кожа, по идее, должна светиться. Кожа, ты светишься? Ну, пахнет приятно. Такой сладенький запах. Тебя вообще где светоотражающие частицы? Алло, что за фикция? Вроде рубин, шарм, бальзам, кузачи, рубин, наскор, за бодибалм. Хер его знает. Так, еще раз, подождите. По рукам, я надеюсь, не буду красная. Так, рубин, ты где? Тю, ну какой-то отблеск есть такой. Давайте попробуем сильвер. От AA Glamour Shimmer. Здесь шиммер написано. Так, поехали. Иллюминейтинг. Наносим. Может, вечером блестки появляются? Ну ладно. Пахнет приятно. А кремов для тела никогда не бывает много. О, мажьте, мажьте себя. Вот мажьте, трогайте. Но не увлекайтесь. Так, что я еще купила? Открою вам еще одну маленькую тайну. Я пользуюсь исключительно мужским дезодорантом. И это Old Spice. Чик-стик. Original. Вы знаете, лучше дезодоранта не встречала. Держит 12 часов. Запахи устраняет. Мне очень подходит. Пум-пум-пум-пум-пум. В общем, рекомендую. Если вы сильно потеете, то вам нужно что-то посерьезнее. Порыскайте на форумах или же закалите себе в подмышке ботокс. Но это дорого. И всего лишь на 6 месяцев. Так, финальный аккорд. Я мечтала давно о будильнике. И в Икее я его увидела, схватила. К нему купила батарейки. И сейчас мы его заведем. Вот прямо сейчас. О, туфли сниму. Ноги уже просто. Ой, дура, чего я сидела в каблуках, если ног не видно? О май гад. Леди она такая. Открываем будильник, открываем будильник. Ой, открыть будильник. А, все. Получилось. Инструкция. Вы читаете, кстати, инструкции, когда что-то покупаете с инструкцией? Я читаю. Будильник без опознавательных знаков. Хотя нет, сзади написано IKEA. Made in China. Ну, где еще могут делать? Инструкция. Что тут у нас? Брум-брум-брум-брум-брум. Английский, норвежский. А, это рассказывает о том, куда выбрасывать батарейки. Это изделие необходимо утилизировать от бытового мусора. И две батарейки вставляем в наш будильник. Мы сейчас проверим лак на устойчивость. А сколько время? 5 часов бегом. Я чуть-чуть... наконец-то. Я время всегда ставлю на несколько минут больше, потому что постоянно опаздываю. Мне стыдно, конечно. Ничего не могу с собой поделать. Идет? Алло, ты идешь? Давайте попробуем будильник, да? О! Даю себе еще 10 минут, чтобы он зазвучал. Ну и финальный аккорд это... Чубки. Друзья мои, сейчас я нахожусь в супермаркете Carrefour. И всего ассортимента, который меня здесь заинтересовал, я хотела бы поделиться с вами открытием чубки. Я так понимаю, что это кукурузные палочки. У меня с сыром, поэтому будем пробовать. Ой, приятного аппетита. Вообще-то, конечно, очень вредно. Все снеки, чипсы, различные сухарики, семечки жареные, орешки, сплошное пальмовое масло и консерванты. Но иногда так хочется. Друзья мои. О, все, слышите? Нельзя говорить набитым ртом. Вот кукурузные палочки со вкусом сыра. Такой вот... Эльменталь. Боже, как это вкусно. Вот люблю всю эту гадость, но ем очень редко. Но сегодня можно. Живите вкусно. Подписывайтесь на канал самой неугомонной женщины Украины. И до встречи в различных точках земного шара. Мне было бы очень приятно встретить своих подписчиков, например, где-то на Гавайях. И если вам понравилось это видео, выпейте стаканчик Кока-Колы. Я разрешаю. Сегодня можно со льдом и с лимоном. Ну и добавьте капельку бренди. А если вам видео не понравилось, и вы мне позавидовали... Ладно, разрешаю. Можете помыть посуду. Все, пока. Целую плечи, до скорой встречи. Ваша неугомонная.
Мы еще здесь? Точно здесь? Коля родов ярмарки. Бляшаных загарку, пешастых кокучику. А после я люблю облизать палец. Все, пока.